Под звуки духового оркестра фойе ДКАМ кружились в вальсе сотни пар. Такого ажиотажа организаторы мероприятия не ожидали. По неофициальным данным, новогодний бал ветеранов собрал от 300 до 500 человек. Помимо вальса, ветераны с жаром отплясывали польку и краковяк. Также для всех участников бала организаторы подготовили различные конкурсы и концертные номера. Таких коллективов, как «Кураж», «Сарасвати», «Ностальгия». Растущий с каждым годом интерес к новогоднему балу ветеранов отметили сегодня и на еженедельной планерке в администрации города. С каждым годом все больше и больше наших ветеранов приходит на эти мероприятия. Поэтому я думаю, что надо вообще подумать и в подобном формате мероприятий бы сделать побольше в течение года, потому что я вижу, насколько они востребованы сегодня.